Бодибилдинг. Классический, юноши. Пропорции спереди. Ноги выдавить всем. В одну линию встаньте, пожалуйста, ребят. В одну. Ага. В одну. Ноги выдавить. Руки немножко опустить, немножко можете разойтись. Здесь рисование у нас. Ага. Очень сильно развернул, стопы. Тебя так забанят. Скажет, да ну жопу, это слишком сильно развернутые стопы. Ноги дави, дави, дави. У тебя очень красивая форма ног, этим надо пользоваться. Но надо выше грудную клетку, вытягивайся, сильнее вытягивайся. Еще вытягивайся. Во! Уже лучше. Пропорции сбоку. Руки подсобери, собери руки. Собери. Во, и вниз ее опусти. Нет. Да, вот так. И ближе к себе, к корпусу, ближе. Ага. Помнишь, мы с тобой выводили сильнее руку назад? Нет, туда, еще туда. На широчайшую сядь на широчайшую. Смотри в сторону. Виктор, руку немножко сожми, переднюю. Сожми. В локте. Подсобери. Еще подсобери. И теперь давай руку заднюю сильнее назад. Еще сильнее. Вот так. Жестче живот все! Ты, Илья, очень сильно развернулся ко мне. Да. Вот ты таз, видишь, у тебя вот таз не прямо стоит, а должен прямым быть. А так могут сказать тебе замечание, да? Ага. Сзади. Вот с рукой надо с твоей развернуться. Очень ты прямо ее вытаскиваешь туда. Это неправильно. Посмотрим. Потому что не позируешь, да? Ага. Отлично, Илья, отлично. Жопу все сжать! Единственное, только что ты не сухой ни хера. Ведь завались не назад. Помните, бойцы выдавливаем как? Вот так. Угу. Поворот направо. Подальше, да, немножко дай не просто, и все. Вить, держи живот. Ну вот, смотри, с этой стороны лучше, только в бок смотри. Во, еще сильнее руку надо. Нет, это вот наоборот, блядь, опять начал вытаскивать вперед. Ее назад, переднюю руку. Ее, да, вот сюда. И сиську поджимай. А эту давай назад. И широчайшую, садись на нее. И в косые все сели, Попрямее. Вот так. Ага. Ага. Пропорции сзади. Еще раз. Угу. Лео, у тебя немножко плечо левое поднято, да. Бицепс спереди. Что ты ногу-то назад поставил? Не-не-не, помнишь, мы рачивали и так вот, носок, оп, вот так вот ножны, да, там поставь, вот икроножный, да, и оп, во, вытягиваемся вверх, и улыбаемся тоже, что не улыбайтесь, не пойму, ага, широчайшая спереди, ну, ставили сразу, и широко, опа, Илья, у тебя, видишь, одна ниже, а другая выше. Поставь их одинаково. Вот правую руку немножко вниз. А теперь вверх немножко. Вверх, право вверх. Вот так, да. Только тебе выдавить положение надо тебе. Ноги давим, ноги! Очень сильно подсел на колени. Да. Дышим. Сбоку. Ведь не забудь вдох сделать, да, вот этот вдох там. Илья то же самое. Жопу на место. Бицепс выдавили. Все на ногу. Сели. Те же самые ошибки делаешь. Это те же самые. Ты снимал его? Андрюх, ты помнишь ногу, да, блядь? Ногу нахрен, блядь. Туда ее, ага. Жопу подсобрал. Корпус развернул.
Жестче живот. Ну, ребятки неплохо стоят. Плохо. Андрей, пока первый раз сегодня, это заметно. Ребятки молодцы. Бицепс сзади. Ногу назад, развели. Колени в стороны. Колени в стороны. Витюк, давай немножко подальше, чуть-чуть подальше, на передний, посильнее подсядь. Посильнее подсядь, прям подсогни ее. Тебе, Вить, подсогни ногу. Нет, ты сядь на первую, на переднюю сядь, на нее. Еще сильнее садись. Еще. Садись на переднюю. Да. И теперь дави вот в стороны. Ага. Собрали руки, дожали все. Шире спины. Виктор, дожми бицепс. Вот так. Вот так лучше, Вить. Чуть-чуть еще подсел бы я, прям чуть-чуть. Еще. Вот так. Ага, держать руки шире спины. Свели грудные клетки. Сделали глубокий вдох. О-о-о. Есть. Широчайшие сзади. Им посложнее, чем вам-то. Приходится чуть-чуть, да? Бицепс бедра. Ягодицы. Андрюха завалился, блядь, завалился. Заново поставь позу. Бицепс бедра. Качайся. Ты куда спешишь? Мы же меня не гоним никуда. Поставь спокойно позу. Андрюха. Плечи равномернее надо, да? Одно уходит, а другое, блядь, на месте остается. А. Трицепс сбоку. С любой руки. Выдавили бицепс бедра, сильнее выдавливаем его. Вот. Не надо трогать там ничего. Ничего там нету сексуального. В этом нету ничего сексуального. Виктор, великолепная поза. Я не смогу хорошо поставить. Илья, ты прям плоский, блядь, прям не узкий, прям очень узкий, да. Чуть-чуть, еще. Косые. Вот бы еще чуть-чуть развернулся, Илю. Вот там еще. И, у. Виктор красивый, очень красивый, молодец. Виктор, прям просто можно писать как. Стоим, терпим, живот держим. Живот. Дышим. Поверхностное дыхание. Квадрицепс пресс. Не единое целое, одна скала. Одна она давит в одну сторону, другая давит вперед, вперед и еще раз вперед. Единое целое, Илья. Во, единое целое. Ху! На ноги, ноги кто давить будет? Ноги кто давит? Виктор, прям к пятке. И опять, видишь, завернул стопу. Нет, переднюю, тут начал заворачивать. Попрями ее прям, попрями, как вот, как она так и идет. И вот хочется, чтобы ты немножко ее, вот пятки, ну, смотри, удар. И выдавливай ноги в стороны. Ставим, где отлично. Стопу, да, она, видишь, она и в другую сторону, и он не давит ее ни хера еще. Не хочет давить. Не дай, видишь, не дай. Рассказывает. Кому ты рассказываешь, ты чего? Не дай, пацана. Все там все у вас давится. Ну я понял, у меня операция на ногу, я понял. Это я понял. Ты эту не дави, которая у тебя больная. Он давит. Ну ты сделай ей подави только одну ногу, которая не больная. Ее прям дави. Ну, глубины не хватает ему. Не хватает глубины. Все вроде нихуя. Пропорции есть, но не хватает глубины. Глубины нет. Ну окей, договорились. Позицию надо, да? Почаще приходить. Вот так. Это стоп. Стоять, дышать. Все, закончили, ребятки. Ну все, можете посмотреть. В перископе я выложу это все. Ну, выложу все. Ну что, ребят, вот закончили мы позировку с ребятами. Да, как-то тут.